Акции компании Google в пятницу выросли в цене сразу на 13%, преодолев отметку в $1000 за штуку. Так высоко они не оценивались никогда. Причиной, вызвавшей подорожание, стал отчет Google за третий квартал. В нем отмечается, что выручка компании выросла за этот период на 12% в сравнении с аналогичным отрезком прошлого года и составила $14,9 млрд. Чистая прибыль Google достигла $2,970 млн, увеличившись за год на 36%. Позитивные результаты Google, которые во многом объясняются ростом доходов от рекламы, значительно превзошли ожидания инвесторов.